Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить, влезали в танки, закрывали люки. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось? Я о другом не пел бы ни о чем, ослая бы всю жизнь свою дорогу, когда б армейским скромным трубачом я эти 5 минут трубил тревогу. Стихотворение Степана Щипачева, 22 июня 1941 года.